Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет немножко печальное видео, но надо констатацию фактов подвести. В Анапе еще зимой смыло лестницу 300 ступеней, которая находится в районе новых построек у нас. Ну, ее приписывают к ЖК Бельведер, потому что основной жилой комплекс, который ходил на море по этой лесенке. Лесенка, вы видите, что была смыта частично, то есть в основном она уцелела, и только один небольшой пролет улетел вместе с сельем, который сошел именно в этом месте, как назло. Люди сейчас натянули канаты и пытаются вот по скале спускаться туда вниз. На подлете вы видели, что был костерчик, кто-то там вышел на природу. Можно сказать, что это место стало таким прям местом притяжения всех новых районов, которые появились в Анапе, потому что спуск следующий здесь находится на 800 ступенях, но там 800 ступеней, а не 300, и на 40 лет победы, что довольно-таки далеко для людей туда путешествовать. Вместе с тем, что пришла сюда лестница, людей, конечно, на пляже стало больше, но и чистоты стало больше, потому что сюда ходят в основном местные люди, либо которые снимают в этом районе и ходят только на этот пляж, и они, помимо того, что убирали за собой, убирали еще весь тот мусор, который приносило море, наводя на этом пляже просто идеальный порядок. И вы можете сверху увидеть, что там действительно снизу чисто. Хотя, честно, раньше этот пляж представлял собой просто отвратно. Зрелище было, очень много пластика, очень много мусора. Сейчас мы видим только деревяшки, которые там валяются, потому что люди, ну, по-честному, приходят, наводят порядок, потому что это их пляж, они ходят сюда постоянно. Вот очень бы хотелось, чтобы наша администрация города все-таки как-то посодействовала в плане ремонта данной лестницы, ведь ходить вот такими канатами — это очень опасно, и взяли бы ее на баланс, побольше бы таких спусков по высокому берегу Анапы, и было бы у нас больше посещаемых пляжей, потому что город растет, город становится все больше, и на центральных пляжах, к сожалению, места становится все меньше. На этом все, ребят. Делайте репосты, поддержите лайком. Спасибо вам огромнейшее за просмотр. С вами был Юрий Азаровский. До свидания.